Так выглядит санскрит в шестом классе. Санскрит садил. Правешика. Это вот изучение. Вот информация дается. И дальше уже начинается. Они уже знают, в принципе, деванагари алфавит, поэтому они могут спокойно уже читать. Тамев мата чит, пита тамев, бандуша шач, сакха тамев. Я не очень хорошо читаю санскрит, мне легче хинди прочитать. Они все это, в принципе, понимают, потому что дети, ну, как бы сказать, а хинди вышел, как говорится, из санскрита, поэтому у них проблем особо не бывает. Вот так вот у них начинается обучение. Это какие звуки, буквы, разделения, так как и у вас учат свара и варшара. Я не очень это. Я больше хинди знаю, санскрит нет. Я поэтому хотела у вас поинтересоваться, как происходит обучение. Вот так вот у них сразу начинается это все. Так как они, в принципе, алфавит знают, деванагари, немножко особенности санскрита, и вот так вот. Вот такие у них учебники. Вот она обучалась вместе с папой дома, и она знает хинди слова, и потом она изучала, как те же слова говорятся на санскрите. Очень интересно, кстати. Потому что она и английский знает, и хинди знает, и уже санскрит читает. То есть как бы сразу три языка идет. Здесь у нас русский нет. Ну, в таком виде вот так вот они занимаются, вот так вот они пишут. Ну, так как они все это знают, это вообще без проблем. Естественно, новые слова какие-то появляются, то есть нарабатывается у них словарный запас за счет мантр, за счет всяких стишков. Ну, так вот выглядит. Могу сфотографировать вам еще именно алфавит. Очень интересно здесь нарисован. Вот так вот.